таком виде спорта, как теннис, очень важен личный рейтинг. Заработанные на турнирах очки позволяют спортсменам участвовать в более крупных чемпионатах, да и в целом повышают статус теннисиста. Получить эти драгоценные баллы можно и в Приморье. Рейтинговые состязания недавно прошли на крытых кортах Дома тенниса во Владивостоке. Ребята разного уровня все. Вот, к примеру, наши участники, которые вот от Дома тенниса, они некоторые первый раз участвуют в соревнованиях. Мы все-таки пытаемся популяризировать этот вид спорта, теннис, среди масс, поэтому заявляем, регистрируем ребят, которые даже и года не занимаются. В общем, они приходят и играют. Турнир привлек более 50 участников и растянулся на 3 дня. На площадке ребята от 9 до 16 лет. Побороться за ценные очки рейтинга приехали даже спортсмены из Хабаровска, Комсомольска, на Амуре и различных уголков Приморья. Опыт у теннисистов действительно разный, однако быстрых очевидных партий тут не разыгрывается. В некоторых матчах победитель определяется целый час, а то и больше. Но это не пугает молодежь. Дети все равно любят теннис всей душой. Сначала я занималась художественной гимнастикой, чтобы хотя бы чуть-чуть быть гибкой. Потом меня папа захотел и отправил в теннис. Так я занимаюсь теннисом уже 7 лет. Я поучаствовала в очень много турнирах, получила первый юношеский разряд, и у меня 136 очков. Ну, эти соревнования, это для меня как обычный турнир, потому что 4 предыдущих турнира я выиграл, и постараюсь этот тоже турнир выиграть. Но если ты приезжаешь, допустим, в Москву, там, в Санкт-Петербург, то смотрят по рейтингу уже, они же не знают, как ты играешь. Подобные детские соревнования прошли во Владивостоке уже в 4-й раз. Рейтинговый турнир стал этаким открытием большого и насыщенного сезона. Впереди теннисистов ждет еще несколько месяцев занятий в крытом помещении, а уже к лету спортсмены выйдут на свежий воздух, где будут проводить еще более яркие соревнования. Максим Яковлев, новости спорта на 8-м.